регулируемым перекрестком мы выберем место для разворота. Вот опять знак 40. Не забывай, да, мы там едем 40. Так, мы сейчас проехали что, перекресток? Нет. Пешеходный переход? Да. Регулируемый. Да. Ты скорость там не превышаешь? Нет. Держу. Еще 200 метров. Еще 200 метров. Молодец. Вот регулируемый перекресток. А задание у нас какое было? Выбрать место разворота за перекрестком регулируемым. Значит, мы здесь не разворачиваемся, едем еще спокойно, успеваем его проехать. То бишь, мы должны проехать этот первый попавшийся перекресток, а за ним уже выбирать место для разворота. Здесь можно было, но поздно. Поздно, долго думаем. Соответственно, где можно развернуться? Далеко где-то. Ну, думай, думай, думай. Я думаю, что смотря по сплошной... Нет, здесь пока нельзя. Нет, смотря по сплошной, мы увидим, где она все-таки будет уходить, да? Здесь левый поворотник, левое зеркало. Угу. Вперед. Я сейчас прямо так разворачиваюсь, можно? Ты тормози еще сначала. Посмотри, впереди машин нету. Крути руль, крути руль. Теперь вниз опусти их. Вниз полностью. Вот так. Все, они сейчас сами остановятся. И горит красный сигнал светофора. Для разворота мы ориентируемся на разметку. То есть мы конечно, смотрим, если да. нам вот показывает, то все, да, понятно. Там стрелочки нарисованы, типа дуй туда. Ну а как я тебе еще объясню? Не, наоборот, непонятно. Дуй туда. Непонятно? Наоборот, так более понятно. Вот, я надеюсь, нашим зрителям тоже будет понятно. Вот. Смотри, кстати, вот очень удобно обращать внимание на знаки. Видишь, движение по полосам. В нашем случае мы только в прямом направлении можем пока ехать, да? Также и выбор места для разворота. Давай выберем место для разворота. Мы должны сейчас перестроиться в левый ряд, но за перекрестком, потому что перед перекрестком сплошная линия разметки. Едем. Левый поворотник включи. Включи, включи. Не разгоняйся. Нас, конечно, уже не пустят, ладно, выключай. Но вот знаки были, они издалека видны, и получается, можно было перестроиться. Но опять же, ты перестраиваешься сейчас на каком участке дороги, где знак 40, и ты можешь отвлечься от скорости своей. На экзамене тебя инспектор попросит перестроиться на данном участке дороги, ты не имеешь право превысить скорость. И, как правило, человек забывается, с какой скоростью он должен тут ехать. И, соответственно, что он делает? Перестраивается и останавливается, и не сдает экзамен. Вот и все. А черненькая машина проехала по вот этой сплошной линии. Ну, получается, мне надо было вообще сейчас не перестраиваться, проехать знак 40 и отсюда начать? Нет, можно перестраиваться, но не, да, следить за скоростью по возможности. Ну, ничего, мы, в принципе, уложились. Ну, я просто тебе говорю на будущее. 40.